Президент России Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства экскурсоводы рассказали об истории региона, его достопримечательностях, достижениях и современности. Они поделились информацией о Тобольске и Тобольском Кремле, местных наличниках и термальных источниках. Продемонстрировали интерактивную зону от компании «Сибур». Президента также встретила цитата губернатора Александра Мора, человек, который изменил все. Так он охарактеризовал Владимира Путина во время своего выступления в День региона. С наступающим Новым годом поздравляем и до встречи в регионе.